В Москве состоялся 4-й ежегодный гала-ужин в честь лучших собак, заводчиков и хендлеров России, занявших в 2020 году призовые места в рейтинге Best Russian Dog. Лабрадор из Люберец стал победителем в номинации «Лучшая собака-поводырь». Честеру и его владелице Светлане Теплицыной вручили памятную награду за тандем собаки и человека, дающий людям с инвалидностью пример силы и свободы, и за создание клуба владельцев собак-проводников Москвы «Мудрый пес». Лучших четвероногих друзей определяют, исходя из рейтингов выставок и соревнований в течение года.